Как мне сегодня повезло. Я стала готовить гречку вместе с яйцом. И из одного яичка появилось двухжелтковое яйцо. Последний раз мне такие яйца попадались в детстве. Представляете? Столько лет прошло, и снова попалось яйцо. Причем это яйцо было не такое уж и большое. Оно было просто немного длиннее, чем все остальные. Обычное яйцо, которое я купила в гипермаркете за 52 рубля десяток. Вот и все, дорогие мои. До свидания. Желаю вам тоже двух желтковых яиц.